Пришла весна, пора любви, и теперь признаются в любви с помощью мотоциклов. Так на выходных гродненский байкер сделал предложение своей девушке, окруженной железными конями. Креативный жених растрогал не только свою невесту, но и вездесущих бабушек из ближайших домов. Погода сейчас просыпается от зимней спячки, но что обидно, только-только начинают становиться зелеными зеленые зоны, как уже находятся их злостные уничтожители. Конечно же, речь вновь о парковках. Прямо во дворе по улице Тимирязевская мужчина в своем джипе при наличии свободного места на асфальтированной дороге просто заехал на зеленую зону, заглушил двигатель и ушел. И так повсюду не первый раз паркуется Мерседес на бульваре Непокоренных. Улица Гагарина паркуется на тротуаре каждый день, несмотря на наличие свободных парковочных мест. Улица Габровская, 46. Здесь и вовсе не проехать, не пройти. Ну и на десерт – трактор. Это уже не смешно. А вот ситуация на улице Криулина. Возле недавно построенного магазина «Евроопт» как не было, так и нет хорошей, тем более широкой дороги. А тут все чаще стали появляться грузовики, обслуживающие магазин. И это еще маленький пример. Все чаще сейчас там можно встретить большие фуры. А это, как понимаете, жителям двора не особо по душе. А вот два маленьких участника дорожного движения. Что АК, что небольшой смарт. Ну, совсем некорректно себя ведут на дороге. А вот случай в Минске. Мужчину-пешехода спасла реакция водителя BMW, иначе внезапность могла стоить ему жизни. Закончился бензин – не беда, когда есть смекалка. Присылайте свои дорожные истории в рубрику «Автоматы». Помните, с 24 марта усиливается контроль за прохождением техосмотра. Удачи на дорогах!